Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. О, привет, ребятоньки! Вы на самом деле очень даже вовремя, потому что у меня сейчас происходит мега крутой забег. Единственное, меня покидают мои силы, и я думаю, все дело в моих ногах. Они же очень и очень даже слабенькие. Давайте тогда, конечно же, мы сейчас вместе с вами объединим две пары ножек и получаем, смотрите, вот такие прокачанные ноги второго левела. Сейчас тогда примерим на нашем пареньке и видим то, что это дает свои плоды. У нас увеличилась скорость до 25 миль в час. Очень и очень даже хорошо. Ну и сейчас будем, конечно же, продолжать эволюционировать нашими ногами в игрушке под названием Mensch Legs. Видим то, что у меня имеется 507 монеточек. Это на самом деле очень даже хорошо, потому что это мне позволяет купить вот такое огромное количество ног. Сейчас тогда мы, конечно же, еще вместе с вами их объединим и получим мега крутые эволюции. Вот, допустим, у меня уже имеются носочки 3 уровня. Ну, хотя это уже не носочки, а какие-то сандали. Ладно, сейчас тогда объединим еще вот тут эти сандали. Ну и, в принципе, я бы еще сандали объединил бы с этими сандалями. О, смотрите, друзья, идеальный вариант. У нас уже имеется что-то наподобие обуви. Сейчас тогда, естественно, дадим это нашему пареньку. И вот это, смотрите, друзья, совсем другое дело. Наша скорость увеличилась в 2 раза, и у него даже ноги стали более подкачанные. Потому что, ну, торс у него был действительно очень даже мощный, а ноги, друзья, как-то, ну, слабоватенько. Вау, ничего себе! Я нажал вот на эту кнопочку, и видим то, что тут у нас имеется мега-крутое ускорение. Надеюсь, мы в скором времени, друзья, вместо 535 места будем первыми. Для этого нам нужно, конечно же, очень и очень даже много эволюционировать. О, смотрите, теперь я закупаю наши ботиночки сразу 2 левела. Это на самом деле будет упрощать нашу эволюцию. Поэтому мы, естественно, вместе с вами делаем эволюцию 4 уровня. Очень и очень даже хорошо. И это, наверное, самый крутой момент — сделать эволюцию 5 левела. И вау, ничего себе! Видим то, что у нас появились вот такие прикольные белые кроссовочки. Начинаем, конечно же, их примерять на нашего паренька. И ничего себе, у него даже стали волосатые ноги. Вот это да. Сейчас тогда нажмем еще на кнопочку ускорения. И ничего себе, вы просто посмотрите на этого Флэша. Он сразу же одним ускорением обогнал 2 чувачков. Вот это реально очень даже круто. Я смотрю на скорость нашего бегуна, и, честно говоря, друзья, это уже что-то на уровне машины, реально очень даже быстро. Сейчас тогда мы вместе с вами, конечно же, опять-таки купим носочки, объединим их, и тут, я думаю, нам, наверное, друзья, придется очень даже много покупать вот этих носочков, потому что объединяться придется тоже много. Вот, замечательно, у нас уже имеется 2 пары 5 уровня. Сейчас, конечно же, начнем их объединять, и ничего себе, вы просто посмотрите, я думаю, что там будут очень и очень даже мощные кроссовки. И, конечно же, ноги. Начинаем примерять это все дело на нашего паренька. И смотрите, теперь он наконец-таки выглядит более-менее. То есть соотношение его ног и его торса очень и очень даже идеальные. Сейчас тогда, конечно же, начнем еще наше ускорение. И видим то, что за одно ускорение мы пробежали только как раз-таки одного паренька. Да уж, друзья, я, честно говоря, не думал, что так тяжело будет сделать первое место. Ну ладно, будем, конечно же, опять-таки к этому стремиться. Видим то, что мы вместе с вами опять-таки начинаем с носочков, и это, честно говоря, уже как-то мне надоело, потому что я думал, сейчас у нас будет реально очень и очень даже мега крутые ноги. Но пока что, опять-таки, что имеем, ребятоньки, то имеем. А имеем мы, друзья, как вы понимаете, 1 пару 6 уровня и 1 пару 2. Очень и очень даже большая разница. 2 hours later. Друзья, я очень серьезно подготовился, а именно сделал 2 пары 6 уровня, чтобы у нас наконец-таки была эволюция. Начинаем, конечно же, с соединения, и ничего себе, офигеть, вот этого я точно не ожидал. Наш паренек превратился уже в киборга, потому что он состоит наполовину из вот таких ног, которые, кажется, ноги робота. Реально, выглядит очень и очень даже странно. Но до сих пор по-прежнему мы покупаем только почему-то ботиночки 2 уровня. Ну ладно, это меня, ребятки, не остановит. Самое главное то, что мы имеем кучу и кучу денежек. И это, ребятки, главное для того, чтобы мы, естественно, эволюционировались дальше.
Видим то, что мы уже вместе с вами на 506 месте, и у нас имеется две пары робота-ног. Это, ребятоньки, значит только одно. То, что мы сейчас вместе с вами их объединяем и получаем мега прокачанные робота-ноги. Вы просто посмотрите на них. Мы теперь вместе с вами бежим практически 100 миль в час. Это реально очень и очень даже быстро. А если мы сейчас еще добавим наше ускорение, то бежим мы уже практически 200 миль в час. Но реально, друзья, очень и очень даже крутой результат. Единственное, обидно то, что у нас вот эти ботиночки, кстати, они наконец-таки перепрыгнули на третий уровень, стоят по 700 монеточек. Это на самом деле, друзья, дороговато. Но все-таки нужно идти дальше и делать наши крутые эволюции. Плюс нам выпала прикольная возможность наконец-таки получать покупки сразу же третьего левела. Это, по сути, упрощает нам игру. Вот, друзья, просто посмотрите, насколько быстро у нас получилось уже сделать целую армию из наших ног шестого левела. И это, как вы понимаете, только начало. Вот, смотрите, видим то, что у нас уже вот такая комплектация. Сейчас будем, естественно, объединять ноги шестого левела и получаем уже робота-ноги. Слушайте, я думаю, сейчас у нас очень и очень даже скоро будет эволюция. Та-дам! Посмотрите, друзья, что я для вас приготовил. Аж целых три пары мега прокачанных ног восьмого уровня. Одну из них мы сейчас сделаем мега крутые ноги. Стоп, друзья, это что, ноги страуса? Выглядит реально очень даже необычно, и мне очень даже интересно посмотреть, как же это будет выглядеть на нашем пареньке. Давайте тогда, конечно же, нажимать и... друзья, я, честно говоря, просто в шоке. Выглядит на самом деле очень даже необычно, но при этом наша скорость средняя 100 миль в час. А если мы сейчас еще сделаем ускорение, то уже ровно 200 миль в час. Ну реально очень и очень даже круто. Единственное, сейчас очень даже тяжело делать наши эволюции. Все-таки нужно аж целого третьего уровня дойти до девятого, и это реально очень даже жестко. И, кстати, друзья, я никогда не делал вот этого. Что будет, если мы эти же ноги на него накинем? А, ну, в принципе, видим то, что ничего не происходит. Фух, вот мы вместе с вами и подходим к нашему логическому финалу. А именно, я сейчас буду делать, друзья, эволюцию 10 уровня. Очень даже будет интересно посмотреть, что там будет. В итоге, смотрите, делаем ноги 7 левела, 8, 9 и, наконец-таки, объединяем их с нашими вот этими гусиными лапами. И, воу, ничего себе! Получаем, ребятоньки, смотрите, лапу уже какого-то гепарда, что ли, либо же тигра. Выглядит очень и очень даже необычно. Нажимаю тогда, конечно же, на ускорение. И видим то, что 228 миль в час — это самая быстрая скорость, которая у нас была только что зафиксирована. Это действительно абсолютный рекорд. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!